Так, це були новини світу. І розказали ми про усі новини, що трапилися у світі. Не сказали лише одного, що сьогодні відзначають День незалежності Ізраїлю. І у нас на зв'язку Євген Шульгін, голова наглядової ради торгово-промислової палати «Ізраїль-Україна». Зараз усе розпитаємо його про цю країну та співпрацю. Доброго ранку, пане Євгене. Пане Євген, доброго ранку. Доброе утро. Так, ну привет, чи буде вас доречно з нашої сторони сказати, ну, з Днем Незалежності все ж таки? Спасибо, спасибо. Начався у нас вчора вечором, у нас всі праздники починаються з вечора. Ага, так. Тобто святкували вже всю ніч, можна так сказати. Да, да, ви знаєте, особливо наші сусіди, ми їх слышали всю ніч. Клас. Я не знаю, к счастью или к сожалению. Слухайте, пане Євген, Ізраїль прийнято вважати стартап-нацією. Давайте поговоримо про це. Розкажіть докладніше. Да, конечно, это сегодня принятое такое синоним государства Израиль, и мы являемся действительно лидерами во многих мировых отраслях экономики. Но это то, что мы видим с вами сегодня, это история, которая началась, наверное, позавчера. И этому есть целый ряд факторов, почему это произошло. Это, конечно, и система школьного образования, и система обучения и работы в армии, в службу, во время службы армии. Это и, конечно, продвижение самой науки. У нас есть много нобелевских лауреатов. Это и практическое отсутствие рынка внутри государства Израиля, поэтому приходилось и приходится работать на рынках по всему миру. И это ставит израильские инновационные продукты на чтобы их делают лучшими в мире и дает возможность входить на самые сложные рынки. Это и постоянная нахождение ситуации в критических ситуациях на уровне вопроса жизни и смерти. И, конечно, это понимание реальных необходимостей человеческой жизни, и, как и также военных и мировых необходимостей. И мы сегодня с вами живем как раз в то время, когда реальные необходимости человеческой жизни меняются, меняется потребительская корзина, меняются наши с вами потребности, и этому мы видим, что за 2020 год было самое большое количество инвестиций в государство Израиль за ее историю, больше 10 миллиардов долларов в эту сферу, и это тоже является одним из серьезнейших показателей и является предпосылками для того, чтобы строить мировые компании с новыми, с возможными инновациями. Ну и, конечно, Израиль входит в мировые финансовые инновационные потоки, и это является очень важным аспектом для того, чтобы Израиль стал тем, кем стал сегодня, стартап нейшн. И нужно также понимать, что не менее важным является то, что люди, граждане государства Израиля, репатриировались у многих стран мира и оставили там свои связи. И это наличие личных связей по всему миру и наличие друзей по всему миру. И это является, конечно, серьезным фактором успеха. Пане Євген, давайте поговоримо про те, які ж найяскравіші інновації Ізраїль подарував світу. Вы знаете, вы меня ставите вопросом в очень неловкой ситуации, потому что в рамках нашего с вами эфира мы не сможем доложить и рассказать о всех тех, которые являются достойными для того, чтобы так, мы говорили. Знаем, что их найкращі. Багато. Так, найяскравіші, якими дійсно Ізраїль може пишатися і завдячує весь світ цьому. Давайте мы не самые лучшие, потому что я не хочу здесь давать оценки, а дадим, скажем, те, которые наверняка в Украине слышали и знают. Так. И это, например, и флешка Disk.on.ky, которая, наверное, пользуется почти каждый гражданин Украины. Это и Viber, который наверняка, если есть не у вас в телефоне, то у ваших знакомых. Так. Это и Waze, это программное обеспечение, по которому ездят на дорогах, сегодня по дорогам Украины. Это и помидоры черри, которые вы можете найти на прилавках. Да. Это и капельное орошение, и беспилотники, и для женщин не менее известный аппарат, который называется эпилятор. Сегодня, наверное, меньше пользуется, но в свое время это было такой бум в мире. Да. Это и смс-ки, которыми мы переросли сегодня в месседжи и все другие системы, которыми мы с вами пользуемся. Это и микрокамеры, которые там в виде таблетки, которые человек может проглотить, и ему сделают снимок ЖКХ.
То есть это и система безопасности, которая есть сегодня практически в каждой организации. Одним словом, колоссальное количество разработок, более 70 является официальный список мировых разработок, но это, конечно же, не отражает то, что есть, и то, чем мы пользуемся в мире ежедневно. Я уже не затронул с вами и не вопросы, связанные с медицинским вопросом, фарм-технологиями критического вмешательства, то есть в медицинского критического вмешательства. Это список этот бесконечный, я рекомендую нам сделать отдельную передачу по нему. Пане Євгене, але якщо ми говоримо про усі ці інновації, ми розуміємо, у чому ж секрет, яка запорука того, що в Ізраїлі дійсно створюються будь-які інновації взагалі для світу, новини взагалі для світу, те, що відкриває можливості для людей, так? Інколи і можливості, і краса, і взагалі і медицина. В чому запорука того, що створюються отакі інновації? Адже в Україні теж багато розумних людей, так? Але трошечки відстаємо у цьому. Ви знаєте, тут нету какого-то єдиного правила, о котором нужно бы говорить, или какого-то секрета. Это целая группа факторов. Я вот назвал выше эту группу факторов. Но необходимые условия заключаются, есть необходимые и достаточные условия для такой группы факторов. Необходимые условия заключаются в том, что на сегодняшний день людям, гражданам Израиля, инноваторам, это внутренняя потребность что-то развивать и что-то делать. И это очень важный фактор. Он есть не только в Израиле, он есть, как вы сказали правильно, и в Украине. И без этого невозможно никуда двигаться. Это, кроме того, нужно понимать, что те возможности, которые есть в государстве Израиля, внутри государства Израиля, в смысле продаж, очень сложные. И поэтому пришлось продавать по всему миру. И мы с вами чуть раньше это уже обсудили. И это вопрос, который заставил думать и делать разработки, которые будут мирового значения. Потому что ты не можешь продавать то, что не происходит. Да. Давайте поговоримо про Ізраїль та Україну. Зараз підписана угода про зону вільної торгівлі. Розкажете докладніше? Да, это договор, он не сегодня подписан. Он подписан был уже пару лет назад. Он вошел в действие с января этого года, с 1 числа. И договор довольно долго согласовывался с 2013 года. Но если так, это довольно большой, объемный и очень качественный документ. Если очень коротко, так буквально какие-то основные факторы, которые там есть, это отображает уже те наши отношения, которые сложились между государствами в рамках товарооборота. То есть отображает, это значит, что он снимает, освобождает от пошлин большинство количества товаров, которые мы и так с вами торгуем между Израилем и Украиной. Урегулирует техники, как это освобождать, такие вот, как делать технические такие освобождения от пошлин в рамках мировых, в рамках законов обоих стран и мировых принятых регуляций. Регулирует вопросы споров, то есть когда небольшая компания продает какие-то товары там, на полмиллиона долларов и одной стране другой, то очень есть какой-то спор между двумя бизнесами, между двумя компаниями, то возникает вопрос, как этот спор решить. И этот вопрос очень сложный, потому что украинская сторона не пойдет в израильский суд на иврите судиться, а израильская сторона навряд ли пойдет в украинский суд судиться по разным факторам. И поэтому нужно как-то этот вопрос решить. Когда большие сделки, это понятно, есть мировые арбитражные суды, которые эти вопросы решают. Когда мелкие, это очень важный аспект для того, чтобы экономика заработала. И еще очень важный, о нем не очень много говорят, но это с нашей точки зрения, с точки зрения торгово-промышленной палаты, очень важный аспект – это то, что этот договор будет работать в рамках пан-евромед-конвенции. Что это значит? Это значит, что те товары, которые будут совместно произведены, я сейчас не хочу в подробности, как это происходит, Израиль и Украина, они могут поставляться беспошлинно 22 страны мира, которые входят в эту конвенцию. Это практически все страны Евросоюза и некоторые страны
Ближнего Востока. То есть для украинских производителей, совместно работая с израильскими производителями, можно сегодня беспошлинно продавать в Евросоюз. И это становится основным и очень важным аспектом для обоих стран, особенно в рамках той геополитики и той экономической ситуации, которая сегодня сложилась за последний год, за 2020 год и продолжается в 2021. Очень многие мировые производители поняли, что держать свое производство только в Азии или в Азии вообще, это очень рисковый вопрос, и поэтому сегодня думают, как перенести свои производства ближе к рынкам потребления своих товаров. И здесь Украина может занять достойное место не только вместе с Израилем, с нашей точки зрения, но и также с точки зрения других стран и всего мирового производства. У Украины появляется очень интересный шанс. Ну, це дійсно так, це можливість для України дійсно і шанс, як ви сказали, справді так, у міжнародній торгівлі. Да, но у нас то, что особенно важно, это то, что у нас есть и пан-евромед. И эта конвенция дает беспошлинно это делать вместе с Израилем и Украиной в практически все европейские страны. И кроме того, не только беспошлинно, для Израиля европейский рынок является одним из главных рынков. Да. И поэтому у нас есть многие сертификаты, практически у каждого производителя есть сертификаты и квоты на поставку тех или иных товаров. И вот здесь это вообще с нашей точки зрения, с точки зрения палаты, это беспрецедентная ситуация, просто судьбоносная, да еще и то, что пандемия произошла, это плохо, конечно, во всем мире, но это способствует сегодня израильскому производителю задуматься над новыми возможностями, как взаимодействовать, как построить заново свою экономическую цепочку, логістичну цепочку. Так, пане Євгене, якщо ми вже заговорили про співпрацю України та Ізраїлю, давайте повернемось до нашої теми інновацій все ж таки. Як у хай-теч-сегменті співпрацюють от наші країни? Ви розумієте, цей питання, який часто задається нам, коли ми в палаті, і я вам хочу сказати, що к большому сожалению, это не так видно сразу снаружи, как мы совместно действуем. А на самом деле мы уже очень много лет, более десятка лет, да, наверное, уже к двум десяткам приближается, в этой области великолепно сотрудничаем. И Украина находится в инновационной системе. И на сегодняшний день нужно сказать, что на 2019 год была статистика от агентства инноваций Израиля, что более 40% всех украинских аутсорсинговых разработок, то есть все, что производится для израильских фирм за пределами Израиля, приходится на рынок Украины. И это невероятная вообще цифра. Мы давно на эту тему разговариваем как палата с госорганами и с непосредственно компаниями, извините, то это, конечно, большие перспективы. А если учесть, что в 2020 году, как я сказал ранее, в Израиль было привлечено больше, чем в 2019 году инвестиций, и оно стало больше 10 миллиардов долларов в области хай-тека и в области инноваций, то это значит, что увеличится наше с вами сотрудничество в области аутсорсинга. Мы в 2021 году уже видим, что этот год, наверное, будет рекордным по отношению к 2020 году в государстве Израиль по привлечению инвестиций. Следовательно, мы видим большие перспективы и тенденции для взаимных разработок и скачка вперед в области украинского IT и израильского хай-тека. И нам бы очень хотелось, чтобы украинский IT перешел в украинский хай-тек. И для этого когда-то Израиль тоже был в такой же ситуации, как Украина сегодня, много лет назад. И в какой-то момент происходит качественный скачок. И для того, чтобы происходил этот качественный скачок, нужно, чтобы как можно больше иностранных компаний заходило на рынок Украины в области хай-тека. И на самом деле, что происходит? Когда заходят на рынок, начинают обучать специалистов
тем мировым практикам, которые есть. Я сейчас не с точки зрения технологий говорю, а с точки зрения потребностей, которые есть в мире. То есть очень многие специалисты видят и начинают понимать, что же рынку необходимо. Технические специалисты. Из этого вырождаются стартапы, потому что ребята, как всегда, сегодня молодежь, и украинская молодежь является очень перспективной, очень харизматичной, пытается найти новые возможности, и им только надо помочь. И вот такие вот вещи, такие совместные действия, взаимодействие между двумя странами, и не только двумя, больше это дає можливість їм зрозуміти, що миру необхідно, і далі тільки держите. Взагалі-то розробки українські наші можуть бути корисними для Ізраїлю, так? Нужно отказаться сегодня от понимания наши, ваши, украинские, израильские. То есть это спільна праця. Это сегодня легко сказать, кому принадлежит юридически та интеллектуальная собственность, но практически невозможно сказать, где ее произвели. Крупнейшие компании мира создают свои R&D-центры, центры разработок по всему миру. И вопрос, а где же делают эту разработку? И та же компания, возьмите, Microsoft, или та же компания Facebook, или какие хотите, из самых именитых, по всему миру создают свои компании. Нету больше «моё, твоё», украинское, израильское, американское. Есть в этой области единственное пространство, и в этом плане это по-настоящему глобальный, позитивный совместный проект. Клас. Пане Євген, хочеться поставити таке запитання. На вашу думку, нам, українцям, що варто перейняти у Ізраїля, аби покращити наше положення на всесвітній арені? Ви знаєте, я думаю, що один із важливіших аспектів, що стоїть прийняти, це от часто ми спілкуємося в Україні і бачимо, як люди в каком-то смысле падают духом и начинают говорить, что где-то лучше, как-то где-то жить лучше. Я вам хочу сказать, что самое важное — это, первое, быть оптимистом в хорошем смысле этого слова, то есть искать возможности, как улучшить что-то у себя. Второе — это нужно понимать, что та ответственность, которая лежит на тебе, ты не можешь переложить на кого-то, и это основной рецепт успеха. То есть есть плохо, давай исправим, чтобы было хорошо. И тогда постепенно, шаг за шагом, этот вопрос, который вы задали, он просто не будет возникать. Тобто, якщо потому что в каждой стране, в каждой стране есть свои недостатки, в каждой стране есть свои проблемы, в каждой стране приходится что-то решать, каждый на своем уровне. Так. Это правда. Но нет такого еще государства на планете, где бы не было каких-то проблем. Поэтому это все зависит от конкретного человека и от конкретной ситуации, и готовность взять на себя ответственность за то положение дел, в котором ты находишься. Пане Євген, я насправді не можу не запитати вас, я знаю, що ви знаходитесь в Ізраїлі, як справи з пандемією? Бен'ямін Нетаньяху заявляв, що Ізраїль майже переміг пандемію. Скажіть, це так? Вопрос это не к нам, не к палате. Я могу вам задать только здесь свое личное мнение. Давайте по этому вопросу. Так. Да. На вопрос заключается в том, что действительно сегодня очень большое количество привитых людей, и я вот смотрел статистику буквально сегодня утром, в день новых выявленных случаев измеряется в несколько сотен человек, то есть 200, 300, там 100 человек в зависимости от дня. Поэтому, конечно, по сравнению с тем, что было, это невероятная успех, да, невероятный успех. Сегодня практически все открыто, даже празднование Израиля, государство Израиля. Мы видим и открыты практически все публичные места, куда можно прийти. Есть кое-какие ограничения там, для концертов и так далее. Но, в принципе, ты можешь сегодня и парад, мы вот сейчас в это время начался военно-воздушный. То есть жизнь вернулась в русло, и, следовательно, там мы можем говорить по статистике, но сегодня, там вот за вчерашний день было 86 выявленных новых случаев пандемии коронавируса, поэтому будем считать, что действительно
критична точка перейдена. Ну, якщо ми говоримо, сьогодні дійсно свято, День Незалежності, так як ви вже сказали, почався ще з вчорашнього вечора. Як взагалі святкують це свято? Ну, є доволі прийнята традиція, которые празднуют, но если начинается это в Иерусалиме на горе Цион, день является такой вот военный парад, награждает глава государства, президент награждает и выдает различные военные награды, награждает премиями Израиля людей, которые в этом году заслужили, сделали какие-то выдающиеся действия для государства. И кроме этого, сегодня будут два парада. Один это в Израиле есть, один это военно-воздушных войск, и второй это морских сил, которые военно-воздушные пролетят практически всю территорию государства Израиль. У нас она не такая большая, поэтому довольно просто сделать. И военно-морские силы там из несколько больше сотни яхт пройдут парадом возле некоторых берегов государства. И это очень так приятно, потому что это не отдает какой-то военщины с одной стороны, а очень интересно, особенно дети любят на это смотреть и наблюдать, потому что, ну, знаете, это всегда интересно увидеть и в воздухе, и на море какие-то технические достижения. И кроме того, накануне, вчера вечером, практически в большинстве городах Израиля были несколько раз салюты, все люди выходят гулять, это всегда очень весело, и музыка, и концерты уличные, то есть это всегда очень празднично и очень потрясает своей торжественностью. То есть это действо, свято, аби зрозуміти, віддати шану ще раз своїй країні, так, і взагалі отримати ці позитивні емоції єдності, так? Ну, для каждого это, для каждой семьи это не праздник, который каждая семья прочувствовала на себе. Государство 73 года, вы понимаете, есть все, кто тех, у кого поколения родились в государстве Израиль. Они это знают просто из истории своей семьи. А те, которые репатриировали у государства Израиль, мы каждый, и девушки, и парни служили в армии, и поэтому для каждого это действительно часть жизни, реальной жизни, а не просто традиції того чи іного праздника. Пане Євгене, ми вам дуже дякуємо за те, що були сьогодні з нами на зв'язку. Євген Шульгін, голова наглядової ради Торгово-промислової палати «Ізраїль-Україна». Поговорили і про День Незалежності Ізраїлю, проговорили про інновації, про розробки цієї країни і взагалі, з чого варто брати приклад. Так, мудрі люди діло говорять, слухайте їх завжди, а для того, щоб бути першими, підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут». Так, друзі, і щоб не пропустити найактуальніше, а головне вчасно, увімкніть дзвіночок! We'll be right back.